Всем привет! Последние 17 выпусков Slot News, а также 6 выпусков видеодневников я всегда находилась с той стороны видеокамеры. Ну как ты держишь, блин? Ну вообще что это такое? Ну Женя! Ну, похоже, мне придется туда вернуться. Рано или поздно настает тот момент, когда начинаешь осознавать, что нужно что-то менять, что-то заканчивать. И мы и нашей дружной командой пришли к выводу, что, наверное, пожалуй, это будет последний выпуск Slot News. Невозможно начинать что-то новое, если ты не можешь отпустить прошлое, которое мы решили отпустить. Вместе с вами мы сняли 17 топовых выпусков. Без вас они не могли бы быть настолько насыщенными, энергичными, яркими, все крутые, и надеемся, что мы увидимся с вами в будущем. Мы желаем вам успехов, верьте в себя, творите, слушайте хорошую музыку, рок. Вы же знаете, что в конце прошлого года должен был произойти конец света. Так вот, я вам хочу сказать, что конец света произошел. Slot News наконец-таки закрылся. Ну что значит наконец-таки? Конечно, мы очень сильно расстроились по этому поводу. Но будем надеяться, что новая эра начнется с какими-то положительными перерождениями. Поступила информация, что Slot News закрывается, но мы не хотим в это верить и не будем. Мы будем думать, что Slot News будет существовать вечно. Очень грустно, что нас покидает такое чудесное объединение и такая чудесная информация, как News. Slot News, Newsblog, Вот. Нам было с вами здорово. Вы приходили, толкались в гримерку, в маленькие гримерки, выпивали все наше бухло, задавали дурацкие вопросы. Нам будет вас очень не хватать. Понятно, что ничто не вечно под луной, и наш регулярный выход в свет через Slot News закрывается, потому что закрывается Slot News. Мы надеемся, что будет какая-то реинкарнация, но пока у нас нет никакой информации про эту реинкарнацию, и мы можем просто констатировать все. Друзья, очень неприятная новость, которую я не хочу говорить, но мне придется, в силу обстоятельств непонятных, видимо, ввиду вашей пассивности, вашего равнодушия, но всеми нами, музыкантами группы Slot, поклонниками, мне очень хочется в это верить, но Slot News закрывается. Это будет последний выпуск, и что будет дальше, мы не знаем. Все зависит от вас, на самом деле. Если вы проявите свою активность, если вы будете поддерживать этот проект, то он, возможно, не от меня это зависит, не от нас, музыкантов, это зависит. Это зависит исключительно от людей, которые самоотверженно снимали, ездили с нами, монтировали, выкладывали эти репортажи, которые постоянно радовали наши глаза всякими приколами, всякими фердибобелями. В общем, поддержите, оно того стоит.